Присаживайтесь, москвич, едем патрулировать по району со мной. А куда же мы поедем? Колес-то нет. Ну, не обязательно было камеру опускать. Чего вы камеру опускаете? Когда опускаете камеру, вообще-то понятно, что колес нет. Мы снимаем, чтобы я популярным был, типа, ну, и крутым. Теперь пойдем колес искать. Нашел. Помощник тебе. Так, ну, все расписались. На сегодня все, можно домой. А ты сейчас уходишь уже, да? Да. Ну, просто ты там уйдешь, я к своему парню там кое-что придумал. Смотри, выйдешь за меня? Чего? Вы что, вообще какое предложение? Что, нет? Нет, конечно. Вот и все. Ну, так нельзя, Оль, ты понимаешь? Вообще просто все. В сердце бахнули стрелы, так сказать, сейчас. Пацаны, забирайте все у меня, везите там, где банька, тут рыбка и пиво. Все, у меня депрессуха, она кольцо не взяла. Ну, я так и думал, пацаны, все, везите. Да давайте, я жду вас, лежу здесь около подъезда прям. Давайте. Нет, вот у него денег нет, он что только не придумает, чтобы бесплатно похмелиться, а? А тебе вот впадлу, что ли? Жду первый подъезд. Хотите, я вам суп приготовлю, грудь сливками намажу. Массаж сделаю. Хочу. Алло! Вставайте, Максим Константинович! Как вообще можно спать на морозе, я не понимаю. Ты че это орешь? Ты сейчас что стоял, мне сейчас говорила? Че про суп говорил сейчас? Суп какой-то будешь мне варить? Какой суп? Ничего не говорила. Нет, намажешь, что ты сказал? Я все намажу, там массаж вам сделаю. Нет, не было такого. Пошлите работать. Пошлите. Блин, фантазирую, как Жюль Верн вообще. Папку возьмите. Всем привет! Мы на канале «Тот самый момент». Сейчас я вам объясню, почему мы здесь находимся. Короче, мне позвонил начальник и говорит, хочу, чтобы вы про меня сняли так же, как про сундука. Ну, про кореш его, которого мы снимаем. В общем, начальник решил стать тоже известным. Говорит, буду роллы бесплатно за рекламу кушать. На это он так сказал. Вот, короче, стоим, ждем его здесь уже полтора часа. В общем, никак его нет. А, вон он, смотри. Иду, иду, скинь, иду. Что-то несет уже. Здорово! Привет, пришли привет, снимать меня, да? Да, да. Здорово! Привет. Здорово! Все, но... по роллам отмена, все. Не будем роллы за рекламу есть. Что такое? Ну что, не видишь? Все там понятно же. Фу, блин, это что за помои? Какие там суп, морковча, помидоры, огурцы, блин, винегрет. Это что такое? Знаешь, что такое? Это я взял, знаешь, где? Где? За садиком, за детским садиком, за столовкой стоят вот таких ведер штук 20, наверное. Вообще никто еду не берет, просто на ветер, на смарку. У меня было бы 4 руки, я бы еще такой таз принес, понимаешь? Да? Вы с ума сошли, это отходы от обедов. Да, расскажи мне, сколько там до конца перерыва у нас? Ну, минут 15. 15 минут, сейчас отсортируем. У тебя сито есть? Нет. Я принесу сейчас сито. Сейчас. Короче, погнали, тот самый момент нового выпуска. Смотри, а, это что за херня? Оль, пойдем быстрее, да пожалуйста, что? Беги, да что ли, что случилось? Твоим... Стойте, ну подождите, ну что вы там будете писать, стоять и смотреть за вами? Нет, Оль, там важнее, давай быстрее, ты жить хочешь или нет? Пойдем, пойдем. Ну что там? Я просто там его там у березы так жестко газанул, прям вообще страшно, чтобы как бы выжили мы. Спасибо, что хоть в этот раз предупредили. Пожалуйста, Оль, но это не вся беда, я же когда газанул, вот так бушлат не поднял. Прикинь, какой тут концентрат сейчас накопился. Фу! Беги! Беги, родная, я пока замочек подрастегну. Жесткая работа. Ничего было, было, Сергей, да? Наши не изначально мигать могли. Че опять-то случилось? Ну я-то откуда знала? Сам ничего к себе не мигать. Меня на СМС мои берега изначально. Но ты заранее предупредил. Так ничего, мы ничего нашли, я же не мигал. Все, тихо, тихо. Че орете-то? Че случилось, а? Что случилось, рассказывай. Я не могу рассказать. Рассказывай, он громче всех орёт здесь. Давай, я и руководитель твой. Короче, в обеденный перерыв так. Я пошел к Любе. Так. Вы понимаете, сами захотелось. Понимаем дальше. Вот, и она мне, короче, сделала... Ну, нормально сделала? Нормально все. Ну, а что ты тогда орёшь тут стоишь? Она сначала свинину ела перед этим! Короче, занимайтесь сами вот этим, что хотите, то и делайте здесь. Слушай, ну все, что, извини, пожалуйста. Я теперь курицу буду есть. Давай, давай, кабину от КамАЗ вези. Ты слышишь? Ты давай не ори тут, понял меня, пока едешь. Короче, у нас начальство исследовало рынок. Нахрена они делают, я не понимаю. В общем, выяснили, что санки купить гораздо дешевле, чем комплект новой зимней резины на наш бобик. Вот сейчас, собственно, этим и занимаемся.
Не вижу прыти, начальник. Давай пободрее как-то. Да слышишь, ну-ка встал. Быстро встал с этих санок. Бегом. Все, протокол на тебя аннулировали, свободен. Иди отсюда. Давай. Ага. Хуй. Протокол уже подписан. Давай вези меня на 15 суток. Еще один у нас на горе, сука. Погнал, 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 бизончик. Сильно ты придумал. Так, кто его срубает, то штраф получает. Вот это правило просто никогда в своей жизни не забывайте. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там много всего интересного. А также на просторах интернета у меня есть кулинарный канал, который называется «Максим Народный». Там я готовлю со звездами российского шоу-бизнеса, там с разными актерами. В общем, не знаю, кого еще. Вот Сольчик ПДН готовлю точно. С Сундуковым и с Олегом Верещагиным. В общем, кайфуйте. Переходите по ссылке. Там самые вкусные, душевные выпуски. Все. Честь, как говорится, имею. Ё-моё. А у тебя будет новое что-нибудь или нет? Что, надо?